Христос воскресе! Добрый вечер, дорогие мои! У нас продолжается великий день воскресения Христова. И я вам хочу напомнить, что такое Христос, Солнце правды. Потому что если мы не знаем, что Христос – Солнце правды, больше того, не пользуемся этим Солнцем, то мы себя и не знаем, потому что мы с вами живем очень интересной жизнью. У нас свойство памяти, свойство сознания такое, что мы все, что делаем, приучаемся оправдывать. Мы приучаемся видеть себя хорошим, несмотря на то, какой ты на самом деле. То есть все грехи можем оправдать, все какие-то деяния недолжные или просто вообще безделие оправдать. Поскольку у Господа все, что ты делаешь не для Бога, это называется бездельем, то есть пустоделанием. Святые отцы по-разному это обозначают. Так вот, для того, чтобы выявить себя истинного, нужен свет. Мы живем в темноте своей греховной сущности. И чем сущность греховней, тем в большей темноте, еще это называется темнота безумия, оно находится. И поэтому для того, чтобы в темноте выявить какие-то недостатки или найти себя настоящего, человек зажигает свет. А свет этот – это Христос, Солнце правды. Очень интересное есть выражение этого образа у разных, например, писателей или святых отцов. Мне очень нравится, как пытается донести свой свет до конца у Тарковского. Помните, герой в фильме несет свечу через старый, очень старый бассейн. Там вонь, там грязь, там всякие лягушки, там скользко. Но самое главное, там ветер все время. А вот он... Христос воскресе! А вот он зажег свой свет и пытается его донести. Это образно, конечно. Но на самом деле, если вы беретесь зажечь свет, который освещает все ваши темные уголки вашего сознания, то этот свет должен быть свет Христов. Но, естественно, в этом свете вдруг ты себя можешь увидеть не очень-то такого, которого ты предполагал. Вдруг окажется, что ты и не тот совершенно, которого ты из себя представляешь. И вот это одна из сложностей отношений с Христом, потому что часто человек, цепляясь за свою личность и за свое «я», готов выгнать от себя Христа, готов прогнать эту правду, прогнать этот свет. Причем свет Христов, вы знаете, он, естественно, приходит как через совесть, то есть совесть освещает наше нутро. Это самое первое, что должно открывать в нас наши недостатки. Наши недостатки открываются через святоотеческие писания, через Евангелие, где прямо говорится, какой должен быть человек. И если он не такой, этот человек, то получается, что это все высвечивается. Поэтому, дорогие мои, когда видите солнце, а еще раз повторяю, солнце в христианстве – это
символ Христа, то вспоминайте, а есть ли в вас свет Христов? Просветил ли он вашу душу? Открыл ли он самые темные уголки вашей души? Всех ли бесов светом своим из этих уголков вытеснил? Вот что такое Христос, солнце правды. Друзья, я совершенно не уверен, что вы это увидите, но над нашим домом стоит радуга. Вот такой круг от солнца. Ну, это, конечно, называется галла, но это удивительно. В апреле видеть галлу, радугу, ну и опять над нашим домом. Для нас это очень хороший символ. Я всегда вам говорю, что радуга – это знак Божий. Так что вот мы опять над своим домом такой значок увидели. Здоровья вас всем, радости! Христос воскресе!